Это я, Света. Мне здесь 23 года. Я жутко горда собой. Я только-только поступила во ВГИК, легендарную киношколу. Во время съемки оператору говорить ничего нельзя. Учиться во ВГИКе было предметом мечтаний многих. Ведь снимать кино — это круто. После первых месяцев обучения я разобралась, в чем дело. Я попала в мастерскую фильмов для телевидения. А свой телевизор я выкинула на помойку еще несколько лет назад. И вот он, коннективный диссонанс. К счастью, вскоре после этого открытия в моей жизни появился Зигфрид. А вы зачем снимаете? Фильм так... Нельзя. Здесь не толпить. Вот я бы вам предложил бы вот фильтр сюда на объективчик. Я разумно тебе давай. Moi j'ai plein d'images sur mon screen. Moi je parle un peu russe. Dis-leur vraiment qu'ils fassent comme si là ils sont dans la chambre, ils se désirent et qu'ils m'oublient. Ça passe. Брат? Почти как брат. Бойфренд. Что вы видите? Si quelqu'un m'avait dit vas-y on va faire le documentaire sur toi, je pourrais pas, je pense. C'est trop dur. Les caméras qui toujours te regardent.